Ребят, всем привет! Ну, теперь настал час Xiaomi, и в этом видео мы рассмотрим смартфон под названием Mi 11 Lite, который может похвастаться элегантным внешним видом с относительно компактными габаритами, как для смартфонов Xiaomi, ярким и насыщенным AMOLED-экраном, ну и хорошей камерой на 64 мегапикселя. А в этом видео сразу сопоставим его с Poco F3, у которого камера на 48 мегапикселей, и также сопоставим с Redmi Note 10 Pro с 108-мегапиксельным сенсором, для того, чтобы было понятно, есть ли вообще разница между этими аппаратами по фотовозможностям. В общем, не буду вас томить, вы на канале Smart Life, поехали! Стоимость Mi 11 Lite в наших магазинах сейчас стартует от 23 500 рублей, что, как по мне, неплохо, как для старта продаж. А кстати, если выбрать старшую модификацию на 628, то разлет в цене не такой уж и большой, поэтому логичнее, наверное, брать именно старшую модификацию. А ценник на Poco F3 варьируется 29 500, то есть, ну, подороже, но относительно железа его, в принципе, ценник хороший. А вот Note 10 Pro стоит столько же, сколько и Mi 11 Lite, а ценник так и не опустился. Так что, в общем, в целом, Mi 11 Lite по ценообразованию относительно неплох. В комплектации вы здесь найдете инструкцию, кабель с B-Type-C, а также переходник с Type-C на 3.5 джек для наушников, силиконовый чехол на 33-ваттное зарядное устройство, ну и смартфон с уже наклеенной защитной пленкой. Выпускается аппарат у нас в трех вариациях цвета: черном, розовом и таком вот небесно-голубом, как в моем случае. Диагональ выставляет 6,55 дюйма при соотношении сторон 29 и Full HD плюс разрешение. Матрица Super AMOLED, имеет частоту нуления экрана в 90 Гц, 2.5D технология применена, лифобное покрытие на экране на пленке присутствует хорошего качества, в верхней части расположился вырез под фронтальную камеру, разговорный динамик, индикатора событий нет, но есть функция Always On Display, нижний подбородок достаточно компактный, толщиной в где-то 3 мм, может быть, даже самая малость немножко поменьше, то есть очень компактный, это сразу ощущается. На верхней грани у нас расположился ИКО-порт для управления бытовой техникой, отверстие для микрофона громкой связи либо шумоподавления, внизу перфорация для разговорного динамика, разъем USB Type-C, отверстие под разговорный микрофон и также лоток под 2 наносим, либо наносим и microSD карточку сюда можно поставить, то есть лоток у нас комбинированный, одновременно 2 SIM и microSD поставить вы здесь не сможете. Так, неправильно вставляю, хотя нет, вроде все правильно. Значит, что мы видим с правой стороны, точнее с левой? Грань пустая, с правой кнопка питания и кнопка регулировки громкости. Сзади видим надпись компании Xiaomi, различная ненужная информация. Ну и здесь такая вот камера, состоящая из трех модулей со вспышкой в стиле такого вот инь и янь. Вот так вот у нас выглядит. Камера сильно, кстати, не выпирает, тоже хорошо. А задняя крышка у нас выполнена из стекла, такое вот матовое стекло. Отпечатки пальцев не собираются, по крайней мере, в таком вот цвете. Боковая грань у нас выполнена из такого вот глянцевого пластика. Деформации нет, все в порядке, ничего так не тарахтит, собран он достаточно добротно. Давайте по габаритам сопоставим его с Redmi Note 10 Pro, посмотрим. Note 10 Pro у нас побольше данный аппарат, но опять-таки разница, не сказать, что прям-таки сильно ощущается. По ширине они, в принципе, схожи, эти два смартфона. И там AMOLED у нас экран, но здесь вырез по центру, здесь вырез сбоку, но здесь вырез, видите, более такой вот компактный. Кому что больше нравится, это уже дело индивидуально. Ну и подбородок у Mi 11 Lite будет немножко поменьше. Теперь сопоставим с Poco F3. Poco F3 ко мне в белом цвете приехал, смотрится очень красиво. Именно в белом цвете мне нравится такое вот решение. Тоже, видите, габариты у них схожие, но Mi 11 Lite немножко все это будет поменьше. И тут тоже вырез по центру против выреза сбоку. И подбородок, да, тоже подбородок на Mi 11 Lite будет немножко меньше, чем на Poco F3. Давайте оденем комплектный силиконовый чехол, посмотрим, как в чехольчике смотрится данный аппарат. Чехол у нас, передний экран перекрывает хорошо, так можно класть на ровную поверхность без опаски, что пленка поцарапается. И также он у нас перекрывает камеру, тоже камера у вас царапаться не должна в этом чехольчике. А ну и смотрится в чехольчике смартфон тоже хорошо, красиво и элегантно. А в общем, в целом, по внешнему виду и сборке нареканий нет. Такой вот легкий смартфон, сразу могу сказать, тонкий. По ширине хотелось бы, чтобы он был более узким. Но в целом, в принципе, не сказать, что здесь плохая эргономика. Внешний вид и дизайн у смартфона, я считаю, что очень даже красивый.
Работает смартфон у нас под управлением фирменной прошивки MIUI 12 версии на базе 11 Android. Прошивка, само собой, глобальная, с поддержкой беспроводного обновления. Кстати, одно обновление по воздуху ко мне прилетело. Перевод на русский 100%, полноценный, все в этом аспекте у нас в порядке. В экране можно менять вот темную тему для AMOLED-экрана, это очень важно применять. Цветовую температуру дисплея под себя, естественно, также у нас настроить можно без проблем. Вот здесь меняется частота обновления экрана, либо 60, либо 90. При 90 картинка будет более сглаженная и плавная. Мне кажется, в 90 это самое оно, 120 лишнее, а у 90 золотая середина. Значит, функция DC-DIM, к сожалению, тут у нас нет. Многие путают ее с вот, уменьшением мерцания, но на самом деле это не DC-DIM. Пульсация экрана у нас при этом не меняется. Проверял, тестировал. Значит, ну а так, что еще сказать. Вот здесь в звуке вибрации можно менять уровень тактильной отдачи под себя, более тонко настроить вибромоторчик. Также в расширенных настройках функции кнопок настраивается, управление одной рукой. В рабочем столе вот здесь способ навигации либо на экране сенсорной кнопки, либо жесты можно сделать, под себя настроить. Иконки все находятся на рабочем столе, но это тоже легко меняется. Вот здесь в настройки заходите и вот здесь еще нажимаете и выбираете не классический стол, а вот такое вот меню приложений. Тогда можно сделать так, чтобы все иконки находились у вас в менюшке. Верхняя шторка вот таким вот образом выглядит. Google сервисы у нас предустановлены, все в порядке, но вот FM радио, к сожалению, тут у нас не оказалось в данном смартфоне. С этой стороны лента виджетов от Google, тоже прогружается все очень хорошо и быстро, никаких нареканий нет. Давайте очищаем приложение с памяти по стандартной схеме, запускаем Play Market, смотрим, с какой скоростью открывается. В целом, как видите, все открывается, прогружается очень даже бодро и хорошо. Так что по вот так вот нареканий я здесь не вижу. Да, конечно, может быть не мега шустро, как на флагманских чипах открываются такие вот приложения, но в целом ничего не подтормаживает, ничего не глючит. Звонилка от Google, поэтому запись звонков разрешена только с уведомления, с кем вы разговариваете. Так что по все хорошо, нареканий нет, работает оно сейчас хорошо и стабильно. Давайте проверим работу сканера отпечатков пальцев. Он здесь встроен в боковую кнопку питания. Правильное, грамотное расположение, как по мне, лучше, чем в экране. Отрабатывает тут он молниеносно. Функция Face Unlock, смотрите, тоже работает хорошо. Так что в этом аспекте все у нас со смартфоном в порядке. Работает аппарат у нас под управлением всем известного процессора Snapdragon 732G. Восьмиядерный, выполненный по 8-нанометровому техпроцессу. Имеет 2 ядра Cortex-A76 и 6 Cortex-A55. Графический чип Adreno 618. Разрешение Full HD+. Плотность пикселей составляет 402 ppi. Оперативной постоянной памяти в моем случае 628, но также у нас версия на 664. А касаемо датчиков, модуль NFC у нас здесь присутствует, все в порядке, да и весь остальной набор датчиков тоже здесь хороший. Освещение, приближение, компас, все у нас здесь имеется. И датчик приближения здесь отрабатывает корректно, нареканий не вызывает. Мультитач полноценно здесь касаний, с Wi-Fi модулем тоже все хорошо. 4 стены пробивает он без проблем, но вот на полосе в 2,4 ГГц сигнал не очень хороший. Сразу могу сказать, обычно показатель у меня в районе 40 выдает, а вот здесь выдает 29. Полоса в 5 ГГц отрабатывает отлично, так что видите, канал 2,4 ГГц немного недоработан. А теперь касаемо результатов тестов Antutu. В сравнении смотрим с Note 10 Pro на таком же процессоре и в сравнении с Poco F3 на процессоре Snapdragon 870. Естественно, тут у нас Note 10 Pro и Mi 11 Lite у нас стоят на одной ступени по показателям. F3 будет существенно вырваться вперед. Geekbench 5 версии также, посмотрите, показатели соизмеримы с Note 10 Pro. Это у нас 3D Mark Wildlife тест тоже. Poco F3 существенно вырывается вперед. Тут у нас стресс-тест просадок нет, как у Poco F3, но в любом случае показатели значительно ниже, чем у F3 на 870. Далее посмотрим на 60-минутный троллинг тест на 100 потоков. Ситуация схожая с Note 10 Pro, но немножко, самая малость, получше. Так что здесь, похоже, система охлаждения немножко реализована лучше, чем в том же Note 10 Pro. Далее посмотрим на тест скорости оперативной постоянной памяти. По постоянной памяти показатели очень даже хорошие, но до уровня Poco F3, естественно, не дотягивает. Note 10 Pro немножко обходит. По постоянной памяти, точнее, по оперативной памяти, ну, как бы тоже показатели хорошие, даже обходит Poco F3. Теперь касаемо экрана. Экран у нас AMOLED 90 Гц, и вот экран меня и приятно удивил, и неприятно удивил. Чем он меня удивил неприятно? Тем, что коэффициент пульсации здесь, ну, не особо хороший. Вот показываю вам, вот на вот этой уровне яркости пульсация достигает показателей там 75%, 75-76%. У конкурентов, у F3 и Note 10 Pro, там пульсация максимум выдает 40%. Здесь же под 70%. Ну, как бы это заметно, пульсация только на низкой яркости, на стандартной
стандартной яркости как бы пульсация небольшая, там в пределах 30%, так что вот по пульсации смартфон немножко уступает своим конкурентам. Но чем он выигрывает, это запасом яркости. Вот яркость здесь побольше, чем у конкурентов, там порядка при обычной, ну как бы не автояркости, здесь 250, там 202, по-моему, 220 кандел, 230, смотрите результаты. А вот при автоматической яркости здесь у нас вообще будет мега крутая яркость, там в районе, если посветить фонариком, в районе 400 кандел. То есть вот по яркости смартфон реально очень хорош, так что вот яркость здесь обходит конкурентов однозначно. А по цветовой гамме, в принципе, ну, я особых таких вот больших различий не увидел. Как вы знаете, у нас в настройках можно все более тонко подкалибровать, настроить, и в целом, как бы, экраны по цветовой гамме соизмеримые. Но вот по яркости, опять-таки повторюсь, данный смартфон будет обходить конкурентов, но по пульсации будет уступать. Коэффициент пульсации здесь немного хуже. Ну а так, как бы, по экрану, что сказать. AMOLED-экран, друзья, я думаю, что ни для кого не секрет, что AMOLED-экран у нас позволяет выдавать такой вот более глубокий черный цвет, более насыщенные тона, более такие вот яркие. Но вот при низкой яркости, конечно, может у вас зрение уставать от AMOLED. У кого такой проблемы не наблюдается, то экран хороший, да, реально яркий, сочный, тут нареканий он не вызывает. Смартфон работает во всех необходимых сетях, имеет поддержку всех необходимых бендов. Но, увы, запаса на будущее с поддержкой сетей пятого поколения тут нет. 5G процессор у нас не поддерживает. А качество разговорной динамики микрофона отличное. Слышал собеседника хорошо и без помех, и он тоже меня слышал отчетливо и хорошо. А звук в наушниках с поддержкой кодека IPTX проверял, как бы все в порядке, звучит в наушниках смартфон очень хорошо и годно. А давайте проверим звучание внешней динамики. Тут у нас стерео, как и конкурентов. Сопоставим его с сравнением с Poco F3 и с Redmi Note 10 Pro. Слушаем. Вы знаете, я вообще разницу не услышал. То есть во всех трех смартфонах одинаковые внешние динамики, стерео объемное, хорошее, звонкое. Никаких нареканий по непосредственно работе этих стереодинамиков тут не замечено. Работают они отлично. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице сегодня ясная, солнечная погода. Ну что тут сказать, спутники ловит он быстро и оперативно. В районе 20-30 спутников ловит. GPS, GLONASS и BDO поддержка есть. Так что с навигацией здесь все замечательно. В игровом плане смартфон себя показывает достаточно неплохо. Естественно, вам тут не флагманский чип, как на Poco F3, но все равно как бы большинство игр у вас будут идти вполне адекватно и нормально. Если говорить за такие вот Asphalt 9, то можно играть на максимальных настройках графики, все у вас будет здесь в порядке. Если там за PUBG, то там графика выше высоких значений не выставляется. Ну и танки тоже вполне комфортно можно играть на максималках, если убрать тени и текстуры. Значит, если говорить за конкурентов, Poco F3, естественно, в играх себя будет показывать значительно лучше, значительно там все у вас будет вообще на ультрах идти, и никаких нареканий, намеков на подтормаживание вообще не будет. Ну, а Note 10 Pro, естественно, будет себя показывать аналогичным образом, потому как там такой же процессор, такое же разрешение, поэтому с играми там у вас будет абсолютный паритет. Так что, в общем, в целом, как бы по играм, смартфон, конечно, Poco F3 выступает, ну, а Note 10 Pro будет себя показывать также. По нагреву ситуация достаточно неплохая, потому как смартфон не сильно греется, в пределах 39 градусов корпус нагревается, невысокие значения. Процессор греется в пределах 50 градусов, тоже хорошее значение для Snapdragon, так что в общем и целом по нагреву здесь тоже все в порядке. Проверим яркость фонарика. Смотрите, фонарик выдает порядка 130 люкс. Не сильно яркий, сразу могу сказать. Для сравнения, Poco F3 ну, в районе 210 люкс и Note 10 Pro
тоже в районе 210 люкс. Так что, видите, по фонарику данный аппарат явно уступает своим конкурентам. Печально, я люблю яркие фонарики в смартфонах. Касаемо камеры. Камера у нас здесь имеет три модуля. Основной сенсор на 64 мегапикселя, также у нас 8-мегапиксельный широкоугольный и 5-мегапиксельный макро. У конкурентов схожая ситуация, но 10 Pro у нас имеет более такое вот повышенное разрешение, Poco F3 пониженное. Но опять-таки разница, вы знаете, друзья, не такая уж и большая в основном сенсоре. Значит, по интерфейсу давайте могу сказать, что у нас здесь ночной режим, 64 мегапикселя, видеовлоги, различные киноэффекты, длинная выдержка, тут клонирование, в общем, всяких таких вот видеоэффектов тут хватает. Портретная съемка, тут у нас широкоугольный стандартный цифровое приближение, переключается макро, все стандартно, видеосъемка, видите, куча всяких режимов, при 4К стабилизация есть, это очень хорошо, чего, к сожалению, нет в Note 10 Pro, это важно, то есть по видеосъемке смартфон уже обходит Note 10 Pro. Значит, по фотовозможностям, ну, вы знаете, я, конечно, сравнивал, да, при дневных снимках все-таки, ну, Note 10 Pro вырывается вперед. Потом идет, наверное, Median Slide и Poco F3, но вот при ночных снимках там уже не все так однозначно. То есть бывает, что какой-то этот фотографирует лучше, чем конкуренты, бывает, что другие смартфоны лучше справляются. Так что, в общем, в целом, фото возможность я бы примерно поставил на одну ступень с конкурентами. Но там посмотрите, конечно. По фронтальной камере она здесь тоже хорошая. Вот фронталка вообще не различается. По-моему, во всех трех смартфонах стоит одинаковый сенсор. Я разницу вообще не увидел. Фотографируют хорошо и детализированно. В общем, смотрите примеры фото и видео в сравнении с конкурентами и оценивайте все сами. Давайте произведем тест камеры нашего смартфона. Запись видео сейчас производится в 4К разрешении, 30 кадров в секунду. Давайте посмотрим, что у нас с автофокусом. Вроде бы как отрабатывает он достаточно неплохо, определяет быстро. Пройдемся, посмотрим на работу стабилизации. Значит, при 4К разрешении стабилизация работает. Как видите, в принципе, держится стабилизация достаточно неплохо. Снимать 4К разрешение можно. Произведем цифровой зум. Сколько у нас здесь зумирования? 6-кратный зум. Детализация хорошая. Картинка держится стабильно и хорошо. В общем, в 4К разрешении снимать можно. 4К здесь рабочее. Теперь переключимся в режим Full HD 30 кадров в секунду. Смотрим уровень детализации. Ну, немножко упал, но незначительно. В принципе, снимать Full HD также можно. Стабилизация тоже у нас поддерживается. Давайте пройдемся, посмотрим, насколько она хорошо себя показывает. Да, вроде бы нормально, никаких претензий нет. Что с фокусом? Все хорошо. В общем, Full HD 30 кадров в секунду тоже рабочие. А теперь переключимся в Full HD 60 кадров в секунду. Как видите, стабилизации у нас уже при 60 кадров нет. Смотрим с автофокусом. Но фокус вроде бы нормально держится. Так что видите, в Full HD 60 кадров в секунду стабилизации нет, но с фокусом проблем не замечено. Ну и напоследок запись видео в супер стабилизации. Это Full HD 30 кадров в секунду. Смотрим. Бегу. Насколько хорошо показывает себя стабилизация. Смотрите, хорошо. Хорошо, в общем, да. Действительно, режим супер стабилизации помогает, но при всем при этом уже зумирования у вас не будет. Но снимать можно, так что для бега также режим здесь присутствует. А теперь проверим запись видео с фронтальной камеры, Full HD разрешение, 30 кадров в секунду и есть стабилизация. Это хорошо, для селфи-видео смартфон использовать уже можно. А также у нас поддерживается Full HD 60 кадров в секунду с фронтальной камеры. Это хорошо, это прикольно, но при всем при этом, конечно, уже нет стабилизации. Так что видите, в чем-то есть плюс, в чем-то есть минус. И напоследок запись видео при комнатном освещении. Смотрим работу автофокуса, все хорошо, дальний объект съемки. А в полной темноте смотрим, насколько у нас шумит камера. Да вроде все в порядке, никаких шумов я особых не вижу. Да и с фокусом тоже тут полный порядок. Теперь перейдем к сравнительному фотоанализу. Начнем с широкоугольного объектива. Как видите, угол захвата во всех трех аппаратах у нас одинаковый. Но вот по яркости картинки немножко Poco F3 будет потемнее, чем конкуренты Note 10 Pro и Mi 1 Lite. Так что в целом по широкоугольному объективу небольшое преимущество у Mi 1 Lite и Note 10 Pro есть. F3 немножко отстает.
Рассмотрим еще один снимок широкоугольного объектива, приближаем и смотрим то, что все-таки по резкости F3 тоже будет уступать Medin Slide и Note 10 Pro. А если посмотреть вот здесь на елку, то вот вроде бы как информации с теней немножко по F3 будет больше, но естественно картинка на Medin Slide и Note 10 Pro все-таки будет получше. Так что в общем и целом все-таки по широкоугольному объективу F3 будет уступать. Далее перейдем к основному объективу в стандартном режиме, делаем кроп и видим, что в принципе разница тут не так уж сильно и заметна. Опять-таки, Medin Slide больше схож по цветовой гамме цветопередачи с Note 10 Pro, а Poco F3 более такая вот темная картинка, хотя по детализации не сказать, что он прям-таки сильно уступает. В общем, в целом, в принципе, можно сказать то, что Medin Slide и Note 10 Pro, наверное, будут немножко вырваться вперед. Poco F3 самую малость в стандартном режиме будет уступать, но опять-таки разница очень и очень минимальна. Если же переключимся в режим повышенного разрешения, то тут опять-таки Note 10 Pro немножко будет порезче, но разница не столь значительная. Потом идет Medin Slide и Poco F3 за счет меньшего разрешения будет уступать конкурентам. Хотя опять-таки, вот смотрите, видна ли это сильно разница? Да, вот вроде бы Note 10 Pro немножко порезче, но не так уж это сильно и заметно. В общем и в целом, в принципе, при дневных снимках особой разницы в этих трех смартфонах я не вижу. Да, может быть она есть, но она очень и очень минимальна. А вот вам еще один снимок в стандартном режиме с основного объектива. Делаем кроп и смотрим разницу. Ну что тут сказать, я особой разницы не вижу. Может быть, конечно, F3 самой малостью уступает, но совсем и совсем незначительно. В общем и целом, в стандартном режиме при дневном освещении большой разницы в снимках нет. Переключаемся в режим повышенного разрешения, делаем кроп еще больше, и вот тут, может быть, самую малость Note 10 Pro вырывается вперед, F3 самую малость уступает, а Medin Slide стандартно держится посередине за счет такого вот среднего разрешения в 64 мегапикселя. Но опять-таки сказать, что прям-таки разница сильно большая, я не могу. Да, F3, конечно, уступает, а вот Medin Slide и Note 10 Pro, в принципе, держатся примерно на одном уровне. Теперь перейдем к ночным снимкам, делаем кроп и смотрим разницу. Что тут сказать. Тут напротив, вот Medin Slide даже немножко получше, чем Note 10 Pro и Poco F3 получился в стандартном режиме. Видите, как-то здесь все-таки порезче снимок, прочитать информацию можно получше. В темноте тут особой разницы я вообще не вижу. В принципе, наверное, в стандартном режиме Medin Slide тут даже немножко выигрывает у конкурентов. А теперь давайте переключимся в ночной режим. Конечно, в ночном режиме снимок уже получается немножко такой вот более размытый, это стандартная ситуация. Смотрим разницу. Не знаю, я такой вот большой принципиальной разницы в ночных снимках между этими аппаратами не наблюдаю. В принципе, все три смартфона опять-таки стоят примерно на одном уровне. Давайте рассмотрим еще один ночной снимок, делаем кроп, и вот тут напротив Medin Slide немножко будет уступать Note 10 Pro и Poco F3. И скажу даже больше, мне в ночных снимках даже не нравится немножко больше Poco F3. У него более мощный процессор, и поэтому алгоритмы обработки у него немножко получше, чем у конкурентов. Особенно видно это на вот этой колоночке. Так что при ночных снимках, наверное, все-таки я бы отдал небольшое предпочтение Poco F3. Потом, наверное, Note 10 Pro, но за ним Medin Slide. Теперь эта же локация только в ночном режиме, смотрим на колонку, тут опять-таки мои утверждения подтверждаются, все-таки Poco F3 будет немножко обходить своих собратьев. А на второе место все-таки, наверное, поставлю Note 10 Pro, а за ним Medin Slide. Но опять-таки разница между ними не такая уж и большая, я думаю, что большинство пользователей эту минимальную разницу вообще вряд ли смогут заметить. Далее рассмотрим снимки с макрообъектива. Как видите, во всех трех случаях фокусное расстояние у нас одинаковое, разрешение тоже идентичное, и в целом макрообъектив во всех трех аппаратах у нас одинаковый. В целом могу сказать, что он очень хороший, снимать можно с близкого расстояния, все получаться будет у вас детализировано и хорошо, так что по макрообъективу все три аппарата себя проявили отлично. Далее перейдем к фронтальной камере, угол захвата всех трех смартфонов у нас одинаковый, да и в целом по цветопередаче тоже особых различий я не наблюдаю. Делаем кроп, и тут тоже можно констатировать тот факт, что в принципе все три аппарата выдают примерно одинаковую детализацию. Перейдем к ночным снимкам, тоже смотрим, что по цветопередаче у нас особых различий не наблюдается, а как и по уровню детализации. Так что в целом по фронтальным камерам я бы сказал, что между аппаратами абсолютный паритет.
Емкость встроенного аккумулятора стоит 4250 мАч. Давайте посмотрим на результаты разряда смартфона в разных условиях. Час просмотра видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. Час игры в Asphalt 9. Сколько смартфон теряет за ночь при активной сим-карте. И сколько он теряет после прогона всех моих тестов. А для сравнения посмотрите на показатели Poco F3 и Note 10 Pro. В целом могу сказать, что автономность у них примерно соизмеримая. Тут, конечно, немного меньше емкость аккумулятора, но диагональ меньше. Да и плюс оптимизация системы на этой прошивке немножко лучше, чем у Poco F3. Poco F3 как-то вот сейчас в режиме ожидания кушает очень много. Так что в целом автономность, я бы сказал, что у трех смартфонов примерно соизмеримая. Но 10 Pro немножко вырваться вперед будет. Быстрая зарядка тут у нас поддерживается, и по скорости зарядки аппарат немножко превосходит конкурентов за счет меньшей емкости. Итак, друзья, давайте подводить итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным, структурированным и объективным, воспользуйтесь нашей сравнительной таблицей со всеми характеристиками. Что я могу сказать тебе про данную модель смартфона? Аппарат такой вот хороший, интересный, красивый в плане дизайна, но, конечно, цена на него кусается, мягко говоря. Я вот его по акции брала, версию 628 за $310, и все равно я считаю, что это дорого, потому как, адекватная цена за 664, наверное, долларов 240-250, а вот за 628 долларов, наверное, 280 от силы, не дороже. А сейчас он стоит там $330, то есть логичнее переплатить и взять же только тот же Poco F3, который по производительности будет на голову выше. По достоинствам данного аппарата я бы выделил, в первую очередь, конечно, дизайн. Дизайн, элегантный внешний вид, относительно компактные габариты, нет никакого такого толстого подбородка, сзади как бы такая вот матовая крышка стеклянная, которая реально переливается и красиво смотрится. Стереозвучание хорошо, камеры, баланс камер, мне кажется, у этого смартфона самый грамотный, правильный, потому как в Note 10 Pro нет стабилизации при 4К съемке, здесь она есть, это хорошо. В Poco F3 немного камера плохо фотографирует днем. В плане детализации все-таки он будет уступать этому же аппарату. Так что по камере, фото и видеовозможностям данный смартфон, мне кажется, самая такая вот золотая середина. А по производительности не могу сказать, что здесь все плохо, но хотелось бы, наверное, какой-то запас на будущее вперед немножко больше иметь. А так, смартфончик интересный. NFC, экопорт, автономность тоже вполне адекватная и нормальная. Сам экран AMOLED яркий, насыщенный, обходит по яркости своих конкурентов, и по DC-Dimming еще недостаток есть. Хотелось бы, чтобы здесь пульсации, коэффициент пульсации был немного меньше. Но опять-таки, если для вас коэффициент пульсации важен, то нужно выбирать, наверное, все-таки смартфон с IPS-экраном. Там посмотрим, как он себя покажет в сравнительном мега-обзоре, который я буду делать уже на следующей неделе. Так что, если не хотите пропустить мега-обзор, состоящих из 8 устройств, в котором будут принимать участие, естественно, эти смартфоны троица, также я добавлю Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A52, правильно, A52, все верно, Vivo смартфон, в общем, будет такая вот битва смартфонов от разных брендов. Если не хотите ничего пропустить, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. На этом большое всем спасибо за внимание, не болейте и удачи!